20 апреля глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики. Оно прошло в режиме видеоконференции. Открывая заседание, глава Адыгеи подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в республике контролируемая. Скоординирована работа всех органов власти. Оперштаб, муниципалитеты, сотрудники МВД и волонтеры находятся в постоянном взаимодействии. Мурат Кумпилов также отметил высокий уровень самоизоляции в период выходных дней и поблагодарил всех граждан за сознательное отношение к выполнению решений оперативного штаба. Очень высокий уровень самоизоляции в городе Майкопе, во всех населенных пунктах Республики Адыгея. Я хотел бы поблагодарить всех жителей, которые относятся с пониманием к режиму самоизоляции, потому что это самый эффективный метод борьбы с коронавирусной инфекцией. Подобные заседания оперативного штаба проходят и на муниципальном уровне. 22 апреля в Кашхабском районе прошло заседание оперативного штаба под председательством главы Заура Хамирзова, на котором начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабский Анзаур Гишев отметил, что на данном этапе необходимо усилить работу над учетом лиц, возвращающихся из городов Москва и Санкт-Петербург. Помимо этого, председатель оперативного штаба подчеркнул, что такие меры, как оповещение населения и патрулирование с целью обеспечения соблюдения режима самоизоляции, должны продолжаться в систематическом ежедневном режиме. Свой вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции продолжают вносить и сотрудники Кашхабского ДРСУ. Дезинфекция автобусных павильонов проводится систематически и планомерно. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашхабского района.